Творчество, новые друзья и бьющая через край жизнь. Школа студенческой весны собрала на Ульяновской земле 200 участников со всего Приволжского федерального округа. Это одна из 5 площадок в стране, где ребята вместе творили, мечтали и радовались. Среди талантливых студентов и самарские звездочки. Я занимаюсь поингом, световым шоу. Нашла знакомых, нашла людей, которые тоже этим занимаются. Будем как раз вместе тренироваться, делиться опытом. Школа студенческой весны – уникальная образовательная площадка, где с ребятами работают лучшие танцоры, актеры и музыканты страны. Раскрыть творческие способности, получить невероятные навыки и, возможно, найти свое призвание. В школе студвесны никаких границ для фантазии и человеческих возможностей. Все ребята очень серьезно настроены, у всех горят глаза, и всем хочется впитывать информацию. И поэтому мне самой хочется максимально отдать. Все, чему научились за 3 дня, ребята показали на заключительном гала-концерте. Юные артисты и их наставники шутят. Несмотря на осеннюю унылую пору, они всегда живут студенческой весной. Алина Чемерис, «События».